Здравствуйте, друзья! Покажу свою коллекцию значков с великим русским поэтом Сергеем Александровичем Есениным. Здесь вот есть одна марка. Я ее сюда приклеил на суперклей. Пойдет. Нацеплены они на фетр. На нем портрет Сергея Александровича. И один из его самых лучших стихов, который я считаю просто образцом русской поэзии, «Отговорила роща золотая». «Отговорила роща золотая березовым веселым языком, и журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком. Кого жалеть, ведь каждый в мире странник пройдет, зайдет и вновь оставит дом, а всех ушедших грезит коноплянник широким месяцем над голубым прудом. Стою один среди равнины голой, а журавлей относит ветер вдаль. Я полон дум о юности веселой, и ничего в прошедшем мне не жаль. Не жаль мне лет, растраченных напрасно, не жаль души сиреневую цветь. В саду горит костер рябины красной, но никого не сможет он согреть. Не обгорят рябиновые кисти, от желтизны не пропадет трава. Как дерево роняет тихо листья, так я роняю грустные слова. И если время, ветром разметая, сгребет их все в один ненужный ком, скажите так, что роща золотая отговорила милым языком.